Сома, что здесь происходит? Разбойники набивают карманы, пользуясь беспорядком в Суссексе. Один к нам нынче благосклонен. Давай сожжем этот город дотла. Фулки больше не получат оружие. Мы можем напасть, но использовать огненные стрелы безопаснее. Подожжем их издали. Пусть бегут, как крысы. Разумно. Я с тобой согласна. Лучники! По местам! Готовься, Эйвер! Они нападут, увидев нас! Нужно защитить людей! Я не пропущу врага! Все вместе! Не сбежишь, псина трусливая! Еще сам! Сдержим их натиск! Подходите, саксы! Я скошу вас, как пшеницу! Береги силы, Эйвер! Врагов еще много! Я слушаю тебя! Умри же! Теперь не подведи, Сома! Ну нет! Будешь гнить! Хватит! Кроль охвачен пламенем. Скоро он станет пеплом. Лучники, можете возвращаться в лагерь. Пора возвращаться в лагерь.
вернулся! Здравствуй, брат Волка! Ярл Скона Сома, что тебя гложет? Я думаю о грядущей битве. У каждой распри есть цена. Кто заплатит ее в этот раз? Нам с тобой не привыкать к потерям. Боль утраты не отступает никогда. Но твоего брата еще можно вернуть. Это точно. Сегодня расплачиваться будет Фулке, а не мы. Мне бы твою уверенность. Насилие порождает насилие. Писание учит око за око, но так мы все ослепнем. Не совсем. Тот, кто ударит последним, сохранит один глаз. На улице слепых одноглазого зовут путеводной звездой. В твоих священных текстах есть мудрость на любой случай? Эйвор, прости. Я уже убил слишком много своих братьев и сестер. Я не могу продолжать. Я вернусь в Люмдон. А ты, Эрке, ты поступишь так же? В большом городе за Стоу должен кто-нибудь приглядывать, иначе его попросту убьют. Мы вместе взяли этот лагерь, о большем просить не стану. Ступайте, пусть ваша дружба дарит надежду нашим народам. Удачи, Эйвор. Да хранит тебя Бог. Как хорошо. Оба, дашь совет, пока мы не начали? Совет? Тебе не нужны советы. Ты не стоишь ни в чьей тени, Эйвор. Высшая похвала от сына Рагнара. Наши пути могут привести нас к гибели, Эйвор. Но следы, которые мы оставляем, только наши. Епископ Диарлов, странно видеть слугу Бога на поле битвы. Возможно, ты удивишься, но в юности я ездил верхом и охотился. Сегодня мы бьемся с саксами, Диарлов. Не с бритами и не в Мерсии. Я бьюсь с Фулке, лжехристианкой, искажающей слово Божье. Я готов помочь, чем смогу, чтобы свергнуть ее. Тогда мы рады тебе, друг. Ты знаешь, как сбить врага с толку? Люди Фулки мечутся, не зная, откуда ждать удар. В Орчестере нет ни припасов, ни людей, чтобы дать нам отпор. А у союзников было время добраться сюда. Многие здесь, и епископ тоже. Я же обещал. Все-таки я несу слово Божье, было бы низко не сдержать свое. Если мы наговорились, можно начинать бой. Эйвор, беда. Мы нашли у одного из врагов письмо. Фулки позвала на помощь. Подкрепление. Войско саксов идет из Винчестера. Я поведу своих людей им навстречу. Мы задержим их, и мы выиграем для вас время. Пора начинать наступление. Или, может, ты хочешь поговорить со своими союзниками? Теплые слова растопят лед страха. Выступаем. К закату Сигурд вернется к нам, а голова Фулки будет красоваться на пике. Начинаем. Дар, оставленный мной в Кентербери. Сегодня ты умрешь, Фулке. Но если ты спустишься ко мне, я оставлю в живых твоих людей.
Нам нечего решать. Можешь сгинуть на этих стенах, если хочешь. Никакие стены не защитят тебя от меня. Что ж, прошу, забери брата, если сможешь. Мы будем ждать. Чтобы найти нас, просто иди на его крики. Фулке! Что скажут потом скальды об этом дне? Они скажут, что сам Один на своем троне наблюдал за кровавой резней, которую мы устроили. Скажут, что тысячи воронов слетелись попировать трупами саксов. Поднимите мечи вместе со мной, братья и сестры. Наши имена будут воспеты скальдами в веках! Я иду за тобой, брат. Так много битв и так мало шрамов, Басим. В чем твой секрет? Не лезу туда. Ясно. Чем проще, тем лучше. Расчистить путь! Сметем этот чистокол! Еще один чистокол! Нужно его сломать! Ворота! Берегитесь масла! Бейтесь храбро! Пусть саксы пойдут на корм воронам! Масло!